Как и у других пресмыкающихся, у королевских змей немало естественных врагов. В первую очередь, это крупные хищные птицы, такие как этот конюк. У него отличное цветное зрение, которое в 8 раз острее, чем у человека. Поэтому пернатый охотник без труда фиксирует даже замаскированную цель. Мощные лапы с острыми когтями не оставляют жертве шансов.